праведника и печальника земли русской Иоанна Кронштадтского, который жил немного больше 100 лет назад, и память о нем сохраняется и увеличивается, и мы много знаем подробности его жизни, его быта, его молитвы, самое главное, и общение с людьми. И с одной стороны, он был прославлен и своим начальством, и начальством земным, и по послушанию носил увешанные орденами, мирскими наградами и священно-начальническими наградами, и трудился, и молился. А с другой стороны, с этой известностью были у него и искушения, и он терпел, как Господь, и всякие надругания и тяжести, именно потому, что он не забывал думать о народе и всегда старался подражать Христу, прийти именно к тем людям, которые не знают Христа. Потому что, как сказал Господь наш Иисус Христос, «Я пришел спасти не праведников, а грешников призвать к покаянию». И вот те люди, не те люди только в церкви, не только для тех пришел Господь, которые сразу прибежали, и вот как мы оказались в церкви, но и для тех, прежде всего, которые за воротами храма, и которые еще не знают, как зайти. И вот к таким ходил Иоанн Кронштадтский, ходил к нищим, к пьяницам, и постепенно убеждал их, что у них дома рай, потому что у них есть дети. Он часами проводил свое время, часами, когда был так загружен, в семье нищих. И потом эти нищие становились верующими, становились трезвыми, и тоже пишут свои воспоминания, тоже благодарят. И также в искушениях, которые преодолевал Иоанн Кронштадтский, больше всего ему доставалось от студентов, разлагающегося того времени, которые всячески старались как-то над ним насмехаться. То они придут к нему домой, говорят, пойдем поболтаем к Иоанну Кронштадтскому. То они пришли, он им к матушке говорит, вынеси им чай, ложки, пусть поболтают в чай. Потом другой раз его позвали якобы отпевать студента, умер, студент лежит, значит, приготовленный к отпеванию, а сам живой. И вот он его отпел, не отказал, так сказать, просьбе, и больше студент этот не встал. Он так и остался тем, кем он себя назвал. То есть Господь через него и судил народ, и поправлял, и вразумлял, и было им очень трудно. Поэтому и в наше время, братья и сестры, кто, так сказать, прорвется сейчас к студентам или в школы и расскажет им о Христе, да, как призывает нас патриарх и святые, тот уже не потеряет своей награды, а получит даже прощение множества грехов. Потому что святейший патриарх недавно сказал, что будущее нашего народа и будущее нашего разума и сердец находится в руках, знаете, чьих? Ну, конечно, в Божьих руках, но он сказал конкретно, в руках священников, в руках священников. Поэтому мы и собрались, чтобы помолиться Иоанну Кронштадтскому и поучиться попросить у него вразумления, как же, так сказать, спасать народ, как просвещать народ. Не в руках там политиков или там депутатов будущего нашего народа, не в руках каких-то там реформ, конечно, но в руках священников. Представляете, если только над этим задуматься, то становится хоть жутко в том плане, какая большая ноша. И вот нас, ну, около 100 священников на весь Волгоград, да, и на 10 тысяч человек один священник, что он может сделать, если
значит, у него не будет помощников, то есть не будет вас, не будет вас. Поэтому вы тут ходите в такой счастливый храм, где 4 священника. Здесь проходят беседы не только школы для детей, как обычно бывает, но и школы для взрослых. Священники доступны. Можно прийти в день приемный настоятеля, другого священника, спросить. И больше всего, конечно, спросить не за себя, потому что мы уже в церкви, а за тех, кто не ходит. Как с ними быть, как за них помолиться, что сделать. Есть всякие, так сказать, технические способы есть. Там позвать можно, как бы осветить квартиру, и уже за это люди все соглашаются осветить квартиру, машину. Вот это, наверное, последнее, что осталось, зацепка вообще, офис там осветить для церкви. А остальное все не принимается. Ну, покрестить еще, и то уже, так сказать, не все как бы собираются. Ждут, когда дети вырастут. Вот. И вот это последняя зацепка, которой мы можем пользоваться, должны пользоваться. И священник, придя в дом или на работу, даже в офис, он покажет, что он не такой какой-то страшный, или же он требователь, или он наказующий, что он милостивый пастырь, милостивый священник и отец духовный. По большому счету, мы все должны молиться за своих священников, стать духовными чадами. И, конечно, священнику приходится больше, так сказать, ругать, чем хвалить. Такая уж, говорится, миссия или такое естество пока несовершенное. Но и за это надо прощать, молиться и помнить, что кто нас ругает, тот нам помогает. Кто нас хвалит, тот нас губит. Достаточно похвальбы кругом и повсюду. Поэтому вместе со священниками мы сейчас с вами должны проповедовать и объяснять людям, что Христос пришел для нас, для них. И сейчас грядет праздник Рождества Христова. Мы с вами слышали сейчас тропарь предпраздниства. И такая есть традиция незазорная, которую все любят, все пускают. Это прийти и прославить Христа. То есть просто спеть тропарь, кондакт. Ничего здесь нет такого хитрого или заумного. И люди радуются. И радуются они, как через Иоанна Кронштадтского шло, через его слово, через его благословение шло исцеление. Он крестил вот такую кучу записок, крестил просто крестным знаменем, и сразу шли телеграммы, что человек исцелился. Это же что делает? Благодать Божия. И вот, когда приходит священник куда-то прославить в дом к больным, посмотрите своих знакомых, не стесняйтесь позвать священника, если заранее спланировать, каждый найдет время посетить таких больных. И Господь даст такую благодать, такую силу, что мы сможем немножко, так сказать, узреть, немножко подражать праведному Иоанну Кронштадтскому. И вот сейчас мы пели с вами молитву «Отче наш». Вчера мы читали Евангелие про эту молитву на утреннем богослужении, как Господь дал эту молитву. Здесь есть такие слова, что «хлеб наш насущный дашь нам днесь, подавай нам на сей день». И вот хлеб наш насущный, чаще всего, когда мы молимся или в начале прихода в церковь, мы думаем о хлебе, вот, чтобы нам не голодать, чтобы нам иметь какие-то вот гарантии, там, хлебные такие. Но на самом деле это хлеб, для Иоанна Кронштадтского это слова понимались как хлеб святого причастия, как тело Христово, которым мы сейчас будем с вами причащаться и входить в такую же благодать, как причащался каждый день Иоанн Кронштадтский. И вот как ощутить это со смирением, зависит от нас. Конечно, не одним причастием спасается человек, и можно хоть каждый день причащаться, но не улучшаться, а именно образом жизни. Поэтому Иоанн Кронштадтский, он бдительно следил за каждым поступком своего дня и сразу же каялся, сразу просил прощения. И нет такого греха, который Господь бы не простил, от которого не мог бы избавить, я вам говорю, как священник. И пусть это не сразу бывает, но неотступным, так сказать, стоянием в вере, прошением избавить от лукавого,
и прощением чужих грехов, чужих каких-то напастей, мы избавимся от любого греха. И вот если эту радость мы донесем мучающимся нашим согражданам, братьям, сестрам, то они нас так благодарят, потому что про это им никто не скажет ни в больнице, ни в школе, и ни в администрации. Да поможет нам Господь уподобиться в молитве святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Аминь.